пишем вам, пишем вам. Так, хорошо. Ну и последний вопрос, собственно говоря. Собственно говоря, последний вопрос. Сейчас, секунду. Я пишу сразу, да? Какую фразу... Так, дети и взрослые. Ну-ка, взрослые тоже идите сюда. Какую фразу вам говорит учитель... Нет, не так. Сколько раз нужно сделать основной шаг в танце, чтобы его запомнить? 100. 100. Еще вариант. 1000. 1000 раз. Я вот согласна. Вот, вот сразу видно, в молодости человек занимался. Да? Вот сразу вот видно. 1000 раз, чтобы запомнить, конечно. А то какой там? 100 раз это что такое? Так, и последнее. Друзья, какую фразу вам говорит учитель, когда у вас получается сделать движение? Молодец! Алена Александровна. Хорошо, но... Еще. Алена, еще! Друзья, вы что говорите, когда у ученика получается? Сойдет, на первый раз сойдет. Ну что, на какую голосовую фразу? Первый раз сойдет, еще или молодец? Молодец. Молодец сойдет. Молодец сойдет. Хорошо. Молодцы сойдет. Ну, а теперь год-годыш. Твой выход. Сейчас мы это письмо. Оно у нас волшебное. Сейчас оно напишется само. И год-годыш его отправит, собственно говоря. Деду Мороз, читай, что получилось. Дорогой Дед Мороз, пишем тебе из Атараджасаны, в которой находимся непрерывно уже 2 месяца. Улыбка уже затеплила, улыбка уже затекла, но мы не сдаемся. В прошлый раз ты дарил нам чешки, но мы одни не сломали, другие потеряли на компас. Подари, пожалуйста, в этот раз нам всем артистичность. Пока ты не подаришь нам артистичность, нам очень сложно сделать шпагат с палкой с уроной на конкурсе. Но мы все равно постараемся, ведь чудеса случаются, а танцевать очень хочется. А когда мы тысячный раз повторим этот трюк, то сможем давать концерты в Кремле и будем известны всему миру под названием «Сойдет, молодцы». Очень важно, чтобы твое танцевальное искусство оценили по достоинству. Мы верим, что танец может творить чудеса.